Савчик, я не знаю, что нас там ждет. Блин, страшно спускаться туда. Все, давай, давай прыгнем, что. Савчик, давай прыгнем. Нет, давай не будем. Да в смысле не будем? А вдруг там наше спасение? Как ты думаешь? Да блин, страшно, это рискованно. Так, ну, давай наши три. А как ты хотел, Савчик? Как говорится, блин. Кто не рискует, тот не пьет детского шампанского. На те лопатой. Давай, вот давай на счет три. Это было больно сейчас, на. Давай на счет три. Раз. Раз. Два. Два. Три. Три. Это что такое? Было? Это что было, Савчик? Где взрыв был? Откуда взрыв был, Савчик? Побежали скорее, это что было? Не могу понять. Давай, наверх. Он по-любому там был. Так. Ой, ночью же. Ё-моё! Офигеть, Савчик! Это что такое? Чёрт возьми, это чё? Слушай, знаешь, что мне кажется? Что это тот самый чел, которого мы искали. Значит, он где-то рядом. Давай искать его, Савчик, давай его искать. Он, значит, где-то здесь. Он где-то здесь. Давай. По всем сторонам смотри, понял? По всем сторонам смотри. Сразу забраться, так-то его отсюда вообще не видно. По всем сторонам. Ну, да, надо искать, Савчик, ты понимаешь, что он где-то рядом. Это тот самый, кто выполняет задание. Давай. Надо найти его, Савчик. Ой, черт, стой, паук. Черт. Сейчас. Все, я иду к тебе. Ты где там? Тут, прыгаю. Давай, куда-то повыше надо забраться. Чё, нету? Вообще никого не вижу. Черт возьми. Блин, я не могу найти. Куда он пропал? Я не могу найти. Слушай, у тебя есть еда? Да, у меня есть немножко картошки. На. Опять мы все упустили, а да как так-то, а? Спасибо. Капец. Я хоть чуть-чуть поем, Она тоже покушает. Я не понимаю, где он может быть? Савчик, ну... Да как он... Зачем он взорвал это все, а? Я вообще не понимаю, может, он нас хотел взорвать, но не получилось. Кстати, уже второй раз. Кстати, это возможно. Ай. Это возможно, Савчик. Это... Блин, это вообще ненормально как-то. Это что за псих такой? Я не знаю, он вообще какой-то отбитый. Я не пойму просто-напросто. Ну ты видишь его сейчас? Блин, еще нет, вообще никого не вижу. Еще и темно, но ничего не видно вообще. Савчик, а как ты думаешь? Я Владус, вот смотри! Что? Смотри! Ё-моё, офигеть! Это что было, Савчик? Это побежали, скорее, бежим! Это надо откапывать! Блин. Да как так-то? Это что было? Капец, всё засыпало, вообще! А как ты? Да там не было уже песка-то даже! Это что, гора, что ли, обвалилась? Слушай, может, это тот парень? Я не знаю, давай раскапывай, Савчик! Мы должны, мы должны не потерять эту самую базу, ты понимаешь? Мы ее нашли как сокровище. Давай, надо раскапывать, Савчик. Смотри. Черт, что? Смотри. Я побежал. Савчик, значит так, стой здесь. Давай ты раскапываешь, да, я буду раскапывать. Давай, ты раскапывай, я побежал за ним. Так, это уже интересно. Сейчас мы его найдем, я его догоню, понял? А, блин, да блин, тут как-то сложно забираться. Черт, еще упал два раза. Ай, Савчик. Сейчас все будет. Я его догоню. Аккуратней будь. Ну что там? Ты где? Там никого нет, Савчик. Я его не вижу, здесь... Я сейчас попробую повыше подняться, сейчас. Ну что там? Вообще никого. Да как так-то вообще? Просто никого, Савчик, ты понимаешь, что я не знаю, как ему это удается. Сначала он нас взорвал, а потом еще и как-то гора обрушилась. Но, кстати, я не думаю, что это он, Савчик. Слушай, так мне наоборот кажется, что он, потому что он подожди. Стоял как раз таки тут. Подожди, ну-ка, стой, я сейчас... Вот он, я его вижу! А, нет, это зомби, это просто зомби, Савчик. Отбой. Да блин, как да. так? Я сейчас пробегусь тут чуть-чуть, но я вообще не понимаю, как ему удается скрыться. А может, он где-то под песком? Может, он зарывается под песок? Да не, мне кажется, что это не так. Да как человек может за песком зарываться? Не. Ну, мне кажется, что все-таки... А, вон... Мне опять показалось. Что? Да мне опять показалось. Мне уже мерещится, потому что я везде его хочу увидеть. Я хочу увидеть его и догнать. Зачем Блин, он слушай, это делает? Тут бесполезно копать, вот все засыпало. Сейчас, Савчик, я прибегу к тебе, погодь.
Сейчас. Давай. То я уже устал тут копать, а. У тебя еда-то вообще закончилась? Нет, у меня еда не закончилась, у меня просто уже сил нету. Ну сейчас я приду. Так, ага, я не туда иду. Да как так-то? Я уже думал, сейчас догоню его и просто порешаю его. Потому что... Это, слушай, маньяк какой-то уже, непонятно это. Зачем так сделать, вообще не понимаю. Я тоже не понял. Просто зачем это все? На самом деле вопрос-то. Нет, слушай, здесь серьезный завал, Савчик. Здесь вообще нереально. Здесь просто бесполезно, мне кажется, копать. Слушай, ну надо что-то придумать. Ой, я упал. Давай, нога. Подожди, выбирайся. Надо что-то придумать, Савчик. Надо. Савчик, я, кстати, что-то видел в той стороне. Я сбегаю туда, ладно? Да, давай. Ой, только черт. Давай побыстрее, а то я уже устал тут капец. Ладно. Жарко. Ну ты это, продолжай раскапывать, понятно? Потому что, да, возможно, да. Все-таки что-то ты найдешь. Мне-то кажется, что это... Ну, какой-то шанс есть, что это все-таки все не бесполезно. Я так, надеюсь, что мы... Подожди. На правильном пути. Подожди, я где-то это здесь я видел. Подожди секунду. Вот когда мы его искали, я это увидел. Так, сейчас. А, нет, слушай. Чё, опять что ли показалось? Мне, походу, уже голову печет. Ладно, я к тебе сейчас вернусь, ладно? Давай. Все, я уже подбегаю. Я помогу. Мне еще еда нужна. Савчик, ну чё, я капец голодный. Ты дашь мне еды? Да, у меня немного осталось. Давай. Я уже сзади тебя. У меня там 16 картошек. Есть чё, и ты пару яблочек. Ты что туда смотришь так? Ты что-то нашел? Савчик, ты что-то нашел? Владус! Да? Это капец! Чё там, Савчик? Иди сюда, увидишь!